Президент Бразилии Дилма Русеф, согласно опросам, продолжает увеличивать отрыв от конкурентов перед предстоящими в воскресенье выборами главы государства. За нее были готовы проголосовать 40% избирателей. Остается неясным, кто из ее соперников выйдет вместе с Русеф в ожидаемый второй тур голосования. Кандидат от соцпартии Марина Силва, выступающая за новую политику, пользуется поддержкой 24% бразильцев. Третий участник президентских выборов – Эсио Невес, баллотирующийся от бразильской социал-демократической партии. За него были готовы проголосовать от 19 до 21% избирателей. В стране перед выборами были усилены меры безопасности. В крупных городах развернуты дополнительные силы полиции. Второй тур, если потребуется, пройдет 26 октября.